Приветствую вас. С возрастом у большинства очень высокий процент нарушений щитовидной железы. И очень хорошие результаты показывает настрой Сытина. Может, слышали его, есть у него разные по разным заболеваниям настрой Сытина. Но я взяла только часть его настроя и как бы сделала такую коллективную медитацию, которую мы сегодня с вами проработаем. Устраивайтесь поудобнее, сейчас расслабляйтесь. Закрываем глаза и сейчас будем дышать, чтобы вы остановили бег мыслей. Остановите, потому что лучше всего в этот момент концентрироваться на вашем дыхании. Итак, спокойный глубокий вдох. И медленный плавный выдох, вдыхаем. Еще раз вдох, выдох. Вдыхаем легкость и прозрачность. Вдыхаем тяжести, проблемы, болезни. Вот все, что вас беспокоит, вдыхаем. Вдыхаем легкость и прозрачность. Счастье, здоровье, молодость. Улыбнитесь, расслабляйтесь. Выдыхаем тяжести, проблемы, болезни, все, что вам мешает в вашей жизни. И вот таким образом делаем несколько вдохов-выдохов, чтобы успокоился наш разум. Представьте себе широкую полноводную реку. Перед вашим внутренним взором растекается река с живописными берегами, а в реке течет жизненная энергия. Вот увидите ее тем внутренним взором, которым у вас сейчас раскроется поток реки с жизненной энергией. И вместо холмов и долин, берегов. Вашу реку окружают галактики и созвездия. Представьте, что это? Это единый поток жизни. И эта река, река жизни, жизненной энергии, она течет в сторону начала. Начало – это океан божественного. Божественного света, божественной жизни. Там начало. И здесь же берут истоки, течения тех жизненных ручейков, которые идут каждому из нас. И давайте мы сейчас попробуем, что это за энергия. Попробуйте осторожно войти в этот поток, в поток вашей реки с вашей энергией. Наступите на песок, состоящий из звездочек, и почувствуйте, как нежно, мягко, приятно, может, кто-то тепло почувствует. Касается волны божественной энергии ваших ног. Это прикосновение такое легкое и воздушное. Вы почти его не ощущаете, но вам очень приятно и комфортно. Давайте зайдем глубже. Заходите глубже. Глубже в чудесную реку жизни. Окунайтесь в нее с головой. Не бойтесь, здесь совершенно невозможно утонуть или куда-то уплыть. Дышите свободно. И с каждым вдохом наполняйте себя этой невидимой энергией. Давайте подышим, делаем глубокий вдох и вдыхаем поток божественной энергии в каждую клеточку вашего тела.
в голову. Ваше лицо наполняется божественной энергией. Почувствуйте, как разглаживаются морщинки, как начинает сиять ваше лицо. Кожа становится упругая, сияющая. Где у вас больше всего морщинок? Обратите туда внутренний взор. Почувствуйте, как звездочки начинают покалывать ваши морщинки, и они разглаживаются. Вокруг глаз, на лбу, носогубные складочки подтягиваются. Морщинки вокруг глаз, на лбу разглаживаются. Щеки, если начинали обвисать и были брыли, начинают подтягиваться, как в молодости. Почувствуйте, этот поток покалывает кожу, и кожа становится упругая. Дальше тело. Делаем вдох живительной энергии, и ваше тело начинает наполняться этой энергией. Если у вас какие-то заболевания внутренних органов, направьте туда этот поток энергии. Делаем вдох. И направляем внутри тела искрящий поток туда, где у вас есть проблемка. И чувствуем, как ваше тело наполняется живительной силой, активной энергией обновления, исцеления и вечной молодости. Посмотрите, как каждая клеточка начинает сиять. Если это какой-то больной орган, то он начинает сиять. Увидьте его внутренним взором. Ваше лицо сияет. От лица исходит прекрасный сияющий свет. Кто-то увидит серебристый, кто-то почувствует золотистый. От вашего тела исходит прекрасный золотистый цвет. И от вашей ауры она сияет и исходит золотистый свет. Раскройте руки словно крылья. И начинаем свободно парить в потоке. Расслабленно, легко. Вот все, что у вас было тяжелое, например, лишний вес вас дает одышку и тяжелое. Вот все то, что у вас тяжелое, почувствуйте, что сейчас это все легкое. Вы парите в потоке. Расслабленно и спокойно следуете в течение потока. Это энергия. Мягко вас направляет туда, где вы хотите очутиться. В каком месте в жизни вы хотите оказаться. В какой счастливой жизни. Поэтому доверяемся потоку. Доверьтесь и наслаждайтесь этим движением. С какой легкостью и простотой любое ваше движение сейчас происходит. Чувствуем. Открытость, доверие к жизни, радость, любовь, умиротворение, благость. Потому что вы частица единого божественного потока. Вы молоды и красивы. Вы здоровы, почувствуйте, как вам хорошо, спокойно, гармонично в душе. Вас не терзают и не рвут на части внутренние раздражители. Все ваши задачи и проблемы решаются. Вы едины со всем сущим, потому что вы находитесь в принятии Вселенной, в потоке согласия со Вселенной. Запомните это великолепное состояние, мгновение на всю жизнь в своем сердце. И сейчас во всем вашем теле, организме воцаряется гармония и порядок,
для того, чтобы чистые светлые энергии Вселенной заполнили ваше горло и привели в порядок щитовидную железу. Делаем вдох и направляем на выдохе божественный поток энергии в щитовидную железу. Еще раз вдох. И на выдохе направляем поток божественной энергии в щитовидную железу. Мысленно повторяем. Моя щитовидная железа полностью восстанавливает свою идеальную форму и размеры. Моя щитовидная железа заполняется очищающей, корректирующей энергией, божественной энергией здоровья. И чувствуйте, ощущайте, что происходит в области щитовидной железы, когда вы наполняете ее энергией. И мысленно повторяйте. Моя щитовидная железа заполняется здоровьем изнутри и снаружи. Моя щитовидная железа выполняет свои функции так, как это предусмотрено природой. Восстанавливается баланс всех процессов моей щитовидной железы. Щитовидная железа приходит в норму, растворяются все кисты, все узлы растворяются, восстанавливается нормальная структура щитовидной железы. Моя щитовидная железа полностью соответствует норме и абсолютно здорова. Моя щитовидная железа работает прекрасно. Она абсолютно здорова. Щитовидная железа в норме. Исцеление происходит. Раз, два, три. Исцеление произошло. Мысленно повторите. Исцеление происходит. И входим в ключ саморегуляции организма. Раз, два, три. Исцеление произошло. Здоровье восстановлено в щитовидной железе. Здоровьем сияет все мое тело. Щитовидная железа вся насквозь наполнена исцеляющим серебристым божественным светом. Исцеляющий божественный свет с гигантской скоростью восстанавливает божественное внутреннее строение щитовидной железы. Исцеляющий, омолаживающий серебристый свет с гигантской скоростью восстанавливает новорожденное, юное, правильное, божественное строение щитовидной железы. Прямо сейчас рождается божественно правильное внутреннее строение всех структур щитовидной железы. Под влиянием исцеляющего божественного света новообразования в щитовидной железе с гигантской скоростью растворяются. С
гигантской скоростью растворяются все новообразования. Уходят кисты, уходят узлы под влиянием исцеляющего, божественного света. Щитовидная железа рождается с правильно внутренним строением. Серебристый исцеляющий божественный свет с гигантской скоростью восстанавливает правильное строение всех структур щитовидной железы. Делаем вдох и на выдохе выдыхаем божественный поток в щитовидную железу. Вдох. Выдыхаем. Под влиянием этого исцеляющего божественного света новообразования в щитовидной железе с гигантской скоростью растворяются. Растворяются, чувствуем, смотрим визуально, растворяются, тают, уменьшаются до полного исчезновения. С гигантской скоростью новообразования в щитовидной железе распадаются на отдельные атомы под воздействием божественной энергии. Навсегда из щитовидной железы бесследно исчезают все новообразования. Рождается новорожденная юная, божественно правильного строения щитовидная железа. Щитовидная железа заново рождается. Каждая клеточка рождается божественно здоровой, правильной величины, правильной формы. Рождается щитовидная железа, новорожденно-юная, здоровая, идеально здоровая. Почувствуйте энергию в области щитовидной железы, как она благодарит нас, что мы уделяем ей столько внимания, столько энергии. Я усваиваю сейчас нужный мне настрой на высочайшем уровне психической энергии, на высочайшем уровне волевой активности. Я даю приказ всем структурам головного мозга. Щитовидная железа, восстановись! Клеточки щитовидной железы, заново родись! В состоянии величайшего вдохновения и озарения я чувствую, как происходит материализация данного настроя. Теперь скажите про себя: я молодая и здоровая, или если вы мужчина, я молод и здоров, полная сил или полон сил. И представьте теперь этот божественный поток, нам нужно еще нашим родным и близким послать. Вот река, божественное течение перед вами. Представьте ваших родных и близких, как они тоже заходят в эту реку, в этот божественный поток. Наполните их светом. Ваши родные и близкие, ваш род. Может, вы представите сюда, где-то в отдалении ваших предков, бабушек, дедушек, родителей, где-то в отдалении они тоже входят в этот поток, где-то там, далеко, но они тоже входят. Наполните весь свой род, сейчас такая возможность, сегодня это самый мощный день. И пусть ваш род находится в потоке божественного света. Пусть этот поток течет среди звезд и галактик, и вы с этим светом идете в движение жизни. Представьте, понаслаждайтесь этим состоянием. И в конце скажите: пусть мой род
процветает во благо жизни и человечества. А сейчас можно постепенно возвращаться в реальность. Делаем глубокий вдох и выдох. Открываем глаза. Отныне в любой момент, если вы чувствуете, что у вас какое-то сопротивление в жизни, что-то не решается, вот, например, есть вопросы, которые не решаются, то есть это какие-то препятствия, которые вы не можете преодолеть. Представляйте снова себя в этом потоке, запомните, делайте эту медитацию несколько раз, запомните себя в этом состоянии потока, как вы проходите среди этих препятствий и достигаете того, что вы хотите. То есть работайте с этим божественным потоком всегда, в любой момент, где вы испытываете тяжесть, проблему, горе, беду, не дай бог, конечно. Вам поможет эта медитация в любой момент вашей жизни, при любой ситуации, не только со здоровьем. Поделитесь, напишите, кто-нибудь что-нибудь почувствовал, что сейчас в вашей области щитовидной железы. Вот здесь она как бабочка такой, орган. А что сейчас там, какие ощущения? А дальше, что-то вы, может, видели, поделитесь, какие-то картины, образы, да? То есть вот представьте это чудесное ощущение благости в этом божественном потоке, и вы плывете в нем, у вас же легко все, у вас хорошо все достигается, значит, вы на своем месте в жизни находитесь. Соответственно, если вы будете применять в жизни этот божественный поток в любой ситуации, в любой проблеме или задаче, которую вы решаете, вы увидите, насколько изменится ваша жизнь и решение этих сложных ситуаций. Если вам это понравилось, я попрошу вас поставить лайк. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал YouTube, чтобы получать информацию о тех видео, которые я вам готовлю.